Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Hitman Absolution. Давайте смотрим, что у нас на этот раз. Сюрприз от Птахи мы получили. Наши пистолеты мы вернули. Сэр, мы нашли его. Птаха был прав. Он в Хоупе, в Южной Дакоте. А девчонка? Ее с ним нет. Ладно, народ, слушайте. Объявляю о начале операции. Я хочу голову 47-го на блюде и как можно скорее. Сэр, вам не кажется, что вернуть девушку более важная задача? Нет, Джейд. Сперва нейтрализуем предателя, который заварил эту кашу. Он знает, где она, поверь. Достанем 47-го, достанем девчонку. Больше лажать нельзя! Достанете. Убить вы меня хотите? Достанете. Пора отправить святых. Ой. Святой тоже не блин. Давай. Парт 2. Подбить или побрить Ленни? Но он при виде машины сраться только при виде машины сраться должен. Крутые, значит, да? Лени, ты же знаешь машина как выглядит. Чё ж ты не обосрался со страха-то? Тайлер тебе рассказал про свой план. Мы уводим девку из-под носа у Декстера и продаем ее сами. Тайлер уже связался с конкурирующей оружейной конторой. Шестизначные числа, чувак. К черту! С мистером Декстером лучше не связываться. Пойдем. Лучше не связываться. Эй, кто включил радио? Кто включил? Так, а где взрывчатка-то? Вот так. Блин. Только не дай бог ты закуришь сейчас. Вот так. Блин, как-то через окно вроде надо было выходить. Нет? Так. Один готов.
Давай, пошли, пошли. Эй, ты зачем тут бегаешь? Эй, как твое ничего? Ну что тебе от меня надо? Так, ладно. Эй, здоровяк! От кого удираешь? От кого хочу, того удираю. За каким ты сюда тащишься? Хрен там, я не смогу сюда, да, попасть? Тихо. Так. Тот все-таки никак помирать не хочет, да? Ну ладно. Да я там жду, когда карбюратор починят. И тут лебедка сломалась. Чуть не оставила Джо без ног. Это было ужасно. Кошмар. Извините, мистер. Доброе утро. Как поживаетесь? Питец. Вот так, иди, иди. Эй, куда такая спешка? Понятненько. Наверное, он удирает от скерки или типа того. Я бы тоже бросилась в бега. Да, куча битого стекла. Так. Давай, где ты? Заходим. Где он у нас? Так. Кто там? По
Че, он еще и не умер. Тут какая-то хрень рванула. Не знаю, в чем дело, но выйдет. Ну-ка, давай-ка с контрольной точки. Вот так. Теперь ждем ему. Я такой сейчас несчастный случай его устрою. Так-то, блин, столько несчастных случаев тут надо сделать. И поджигать их можно, и взрывать их можно. Куда вот только ты идешь? А там еще дверка есть. Давай. Ну спокойно, спокойно, пока вы соберетесь там. Не нужно бегать, место. В этом городе не принято торопиться. Принято, не принято. Открываем, убегаем. Зато быстро. Вот так своими руками, своими вот этими ручками избавил мир от дерьма. Продолжаем. Блин. Так. Опа.
Блин, блински. Подожди. Давай. Таблетки взял на всякий случай. Чего только наши люди не делают, лишь бы в телевизор попасть. О боже, иначе не скажешь. Ничего страшного. Прочешите здесь все. Надо найти подозреваемых. Давай. Подними руки и выходи, и все. Дебил. Все, просто обезвредил. Что-нибудь видно? Давай. Похитил. О,
Вот так вот. Ну, я, кстати, думаю, тут сложнее будет, но ничего. Идем на таран. Так, обнаружение цели убита. 3 обнаружения, 2 лишних убийства. 2 лишние убийства. 12. Ничего страшного. Говно охраняют. Будьте добры. Ну, что там у нас, док? Как наше золотое яичко? Сэр, вы совершенно правы. Она уникальна. Мы подвергли ее ряду испытаний. Ее нервная ткань как-то усиливается изотопом в ее ожерелье. Оно подпитывает ее. После подготовки девушка станет сильнее и быстрее любого мужчины. Но без ожерелья она слабеет. Она само совершенство. Че, Мэри Поппинс? Я знал, что агентство просто так гоняться за ней не будет. Джекпот! Ха-ха! Лени! Лени, похитили! Что? Какого хрена? Какой хренов урод ко мне нахрен лезет? Это что, шутка? Звони Джей, пусть позаботится о выкупе! И шерифу звякни, я хочу вернуть своего пацана! За что я ему деньги плачу, извращенцу гребаному? Извращенцу. Знал бы ты, сколько пришлось завалить народу, чтобы до тебя, козла, добраться. Приемная, шериф. Чем я могу помочь? Приемная, шериф. Это тебя. Шериф. Говорит Скёрки. Что? Ай, Лена. Чего? Нет. А! Черт побери! Ладно, я иду! Ждите! Конец пути, да, значит? Пар 2. Конец пути. Копай! Копай! Где девушка? Папа меня убьет, если я скажу! А я убью, если не скажешь. О, пожалуйста! Мы собирались ее вернуть! Просто хотели срубить поплачу! Последний раз. Где Виктория? Не-не-не! Еще и обоссался. Слушаю. Папа сказал оставить ее Санчеса! Где мне его найти? На заводе! Прямо до города! Проси, кого хочешь, тебе покажу! Там бои проводят по ночам. Ясно? Все ясно. Ладно, хватит копать. Ложись. Я могу вылезти из этой дыры. А помнишь, ты монашку убил? Иди вперед. Пожалуйста. Монашка была случайностью. Честно! Просто уезжай! Не надо! Я сделал все, что ты хотел! Я что угодно сделаю! Хочешь, я тебе отдрачу как надо! Вот, не стреляй! Господи, какой ты все-таки жалкий! Нет, папочка! Козлина. Ты думал, ты так просто уйдешь? Ты же монашку убил. А, с другой стороны. Прошу прощения. Кушайте. Хотя его можно было туда в яму закопать, там кого-нибудь. Нет. Давай! Играет музяка, танцуем всяко-всяко. Собакин. Собакин-бабакин, собака-апсыкака. О, ремень ползет. Сейчас.
погремушках. Вот так вот. Лай больше на машины. Dexter Industries. Моя кровожадность, да. Так, что у него выпало? Вот так. Пойдем. Так, а где мне взять вот этот пропуск? Непонятно. Ладно. Так, нахрен мне этот молоток. Правильно? Мы возьмем топор. Эй, все чисто? Все чисто. Клоун, да, значит? Думает, он меня перехитрит. Тихо. Он где-то прячется. Белый мужчина, лысый. Найди его. Твою ж мать. Хоп.
внимательно. У нас завелся киллер. Его нужно поймать. Завелся. Говоришь прям как про таракана. Ситуация накаляется. Я лечу на всех парах. Да что такое-то? Так. Давай. Отключаем. Все. Что у нас еще тут есть? Вот так. Карточка у кого-то была из вас по-любому. Давай зайдем. Улика, первая помощь, выход. Фух. Серьезно, ты где? Кончай прятаться нахуй. Это маскировка. Так, понятненько. Все хорошо. Ключ карта, подожди, возьму. Это все бандиты, их не жалко. Переодеться, что ли, в него? Давай. Вроде блатной курил там. Давай. И вы все вот так перебираете, что ли, идиоты? Позовите того, чтобы починить нормально.
целая база. Ладно. Хотите, чтобы я вниз пошел? Я пойду вниз. Все рушится, все валится. Все через жопу. Привет. Ага. Ага, ладно. Пошел вот сюда. Ага. Здорово, друг. Здорово, здорово. Сейчас я тебе дам, подожди. И что ты куришь? Я что здесь стоять буду, что ли, сейчас? Блин, там еще люди. Здорово, друг. Расслабься, в чем моя проблема? Блин, вот в чем моя проблема. То, что мне тоже рядом нельзя с этой миной ходить. Вниз. Выкинуть его нахер. Так. Давай. База, докладываю. Здесь был взрыв. Что за черт? Так, какой мне тут надо? Так, топор. Так. Good job.
Сейчас подойду. Ты второй сектор проверил? Погоди. Проверил. Так. А куда мне? А вы не можете активировать. Что-то думаю, навряд ли мне это так сильно поможет прямо. Охренеть. Мне тоже это не нравится. И что теперь? Давай. Зачем нам жалеть бандитов, правильно? Так. Нужное электричество. А электричество где наверху, да? Пойдем наверх тогда. Блин, только пострелять так хорошо. Ай-яй-яй. Запускай меня. Нормально. Тоже мне скрытность какая-то придумали. Фу, гадость. Я маньячил. Особенно для них. Ой, ой.
Так, доступ к лифту получен. Ну давай. Вот так. Понятненько. Подожди. А где винтовка-то? Где мои 5 выстрелов? Что-то я не понял. А, вот она. Все, блин. Я аж напугался немножко. Так, она у меня с глушителем, ладно. Тихо. Падла, ты издеваешься, что ли? Ну все, вроде бы, да, с ним? Давай. Так. Еще кто где есть? Пока неплохо иду. Найдено тело. Конечно, найдено. Где еще? Вот одного проворонил, вот туда вот уходил, не знаю, вышел он, нет. Прием! Да! Тут кого-то мочканули! Да, прям
прямо тут, где я стою. Я не знаю. Ладно, проверю. Конец связи. Давай. Вас там сейчас охренеть чего ждет. Вот так. Ну все, думаю. Ой. Поиски. Кто ищет-то там? Кто остался-то? О, подождите. Я просто удивлен. Так, топор. Спуститься. Ползти. Ой. Стоять. Сойдет. Конечно, чисто. Какого черта тут творится? Что происходит? Где я мог его видеть раньше? Ну как? Ясно. Кто угодно. Пожалуйста, не убивайте меня. Пожалуйста, не убивайте меня. Так. Тренируешься? Так, я зачем сюда забегаю-то? У вас очень большие проблемы. Вау. Так, ладно. У меня есть один патрон. И он был твой. Перезаряжаюсь. Давай.
Так. Сменить топор на нож. Подожди. Вас слишком много, кстати, здесь. Так, ты мне только вот здесь, вот, по идее, винтовочка-то нужна. Страшно? Навел переполоху? Это сделать. Войдите Dexter в главный Industries. Все понятно. Войти. Еще одна жирная. Господи. Кто это стрелял? Покажи. Но даже если покажусь, тебе это ничего не даст. Чё? Кучу бандитов положили еще. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Так, давайте посмотрим. Лишнее убийство. 22 штуки. Да быть того не может. Ну здесь 3 лишних убийства. Не знаю. По мне все нормально было. Ну что ж, пока.